Приветствую вас. Вам, конечно, много ответит людей на ваш вопрос. Кто-то будет говорить там одно, кто-то будет говорить другое. Я считаю, что если человек дружелюбно воспринимает соперника, то это говорит о его зрелости, это говорит о его адекватности, это говорит о его полноте как личности, это говорит о его уверенности в себе, это говорит об отсутствии какой-то сверхмотивации, значит, обойти своего соперника, и это говорит о том, что человек воспринимает отношения, ну, как угодно, но только не как состязание. Вот. И я считаю, что это правильная позиция, когда отношения не воспринимаются как действительно как состязание, как какой-то спорт, да. Вот. Это воспринимается как такое, знаете, спокойное поведение, спокойная такая позиция, что, допустим, ну, грубо говоря, я раскрываюсь, да, значит, другой человек смотрит на меня, когда я раскрываюсь, и он для себя делает вывод, да, то есть, там, хочет он быть, там, допустим, ну, со мной, да, или нет. Вот. Я думаю, что это очень хорошая позиция, потому что, ну, она грамотная, эта позиция, она зрелая, эта позиция, и, в общем-то, я считаю, что такой человек, он достоин того, чтобы относиться к нему как минимум с интересом, да. Вот. То есть я не хочу сказать, что там все это самый лучший человек на Земле, а безусловно нет, безусловно не хочу так сказать. Вот, но, то, что вот я вижу, меня радует, потому что это все-таки, знаете, такой показатель зрелости, серьезный. Вот, значит, с вашей стороны, что идет с вашей стороны? С вашей стороны идет, значит, как будто, знаете, какое-то недовольство, что ли. С вашей стороны идет, как будто какая-то неудовлетворенность тем, как ведет себя человек, да, и мне кажется, что это связано с вами, то есть мне кажется, что это скорее особенность уже вашего восприятия того, что вы хотите сами для себя. Мне кажется, что это вот показатель. Вот. То есть вам, может быть, хочется, чтобы за вас, например, там боролись, чтобы за вас не набрались, чтобы мужчины прям как-то вот выцарапывали друг у друга победу,
Вот, и так далее. Но мне не кажется это чем-то хорошим таким. Вот, потому что данная позиция, она возводит женщину в статус приза. Вот. А если ты воспринимаешь человека как приз, то хорошего здесь ничего ждать не приходится, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что ситуацию нужно воспринимать вот именно так. Именно так. Вот. То есть у вас может быть позиция такая, игра психологическая, которая называется, например, поделитесь или значит, боритесь за меня. То есть это такая вот психологическая игра, при которой вы как бы значит, ну, даете мужчинам возможность драться за себя, бороться за себя, да? Но при этом сами вы близости боитесь, побаиваетесь. Вот. И если это так, если это действительно так, то это первое, на что я обратил бы ваше внимание. Да, это первый важный момент. А второй важный момент заключается в том, что мне именно показалось, не говорю, что это прямо однозначно так, но мне показалось, что вы как будто, знаете, разочарованы тем, что ну, мужчина не проявляет к вам этот интерес, да? Вот. То есть, мне показалось, что вам неприятно, мне показалось, что вам как-то не по себе, мне показалось, что вам хотелось бы большего, хотелось бы какой-то большей реакции на себя, и это, мне кажется, тоже серьезная проблема, потому что вам, может быть, не хватает внимания, вот. Значит, ну, просто вот, вам, может быть, не хватает внимания, да, ну, потому что ну, вы в этом нуждаетесь, вот. И мужчина, он как бы, значит, используется здесь для того, чтобы, ну вот, дать вам то, что вы, собственно говоря, хотели бы, ну вот, это использование людей, вот, и как бы за их счет попытка получить то, чего хотите вы. Вот. Ну и, конечно, это ставит под сомнение то, насколько вы воспринимаете целостно людей, которые рядом с вами, да, то есть насколько вы воспринимаете их как индивидуальности. По поводу чувств, значит, мужчины, да, к вам, я могу сказать, что вот именно
то, что он дружелюбно относится к сопернику, говорит скорее о том, что у него спортивный интерес отсутствует, потому что иначе он бы воспринимал его действительно как соперника. Вот. Можно сказать о том, что он воспринимает вас как человека, вот, и у него более искренние к вам чувства. Именно потому, что он дружелюбно относится к сопернику. Вот, потому что если бы он не дружелюбно относился к сопернику, то для него это было бы чем-то сверхважным. Это значит, что вас в таком случае он воспринимал бы скорее как, ну, знаете, как средство именно вот достижения своих целей, вот, что ни в коем случае не добавило бы вашим отношениям чего-то хорошего. Вот. Более проблемным мне здесь видится ваше восприятие ситуации. То есть более проблемным мне видится то, для чего вы хотите, чтобы мужчины ради вас, значит, дрались, там, боролись, да, и так далее, вот. И это куда более важный момент, то есть получается, что вы понимаете только определенную модель отношений, вот. И если, значит, модель отличается, то она ввергает вас в состояние растерянности. И вас начинают замещаться понятия. То есть вы принимаете только вот определенный тип посылок. Вот. Мне кажется, что это повод. Мне кажется, что это повод. Это повод серьезно подумать о вам. Это повод пересмотреть свою позицию по отношению к значит, себе и по отношению к собственно мужчинам, вот, и возможно сделать восприятие себя, восприятие их более, скажем так, может быть более качественным, более ценностным, более индивидуальным, вот, а не исключительно в социальном аспекте, как это у вас происходит вот сейчас, на данный момент. Я могу допустить, что по-другому мужчин вы не воспринимаете, и внимание их по-другому вы не воспринимаете, я могу допустить это. Вот. Но это не значит, что
не бывает по-другому. И реальность нужно принять. Поэтому сформируйте, пожалуйста, свои цели, то есть для чего вам соперничество, из чего вы выбираете, вот, и затем вам борьба. И как вы относитесь к тому, что собственно, можете быть призом для своего мужчины. То есть нравится вам эта история такого типа? Не нравится вам это? Вот. То ли это, что вы хотите, ну, для себя, да, или, может быть, все-таки нет. То есть вот это все нужно, конечно, ну, это все нужно понимать, это все нужно разбирать, ибо напрямую все это зависит от того, что вы делаете, и того, как мужчина вас думает. Вот. То есть, смотрите, вы можете достаточно легко, да, как бы, ну, допустить, значит, ну, для себя, что мужчины могут к вам обращаться, ну, вот так, да, то есть только исключительно воспринимать вас как приз. Вы можете так воспринимать их. Но какие будут отношения? Понимаете? Какие они будут? Вот. То есть это из-за того, чего вы хотите. Понимаете? То есть, если вы хотите отношения все-таки такие больше духовные, да, больше духовные, равноправные, то подобная позиция вам, ну, конечно, не подходит. Потому что не даст вам того, что вы хотите. Если вам, в принципе, вас, в принципе, устраивает та ситуация, ну, такая ситуация, то, соответственно, почему бы и нет? Но то, что вы в себе сомневаетесь, то, что вы в себе не уверены, это, к сожалению, факт. Это, к сожалению, факт. Потому что только неуверенный в себе человек воспринимает, значит, ну, позицию, воспринимает позицию другого же человека по отношению к себе, да, негативно. Знаете? То есть человек может вести себя так. Не обязательно, потому что вы за это отвечаете. Не обязательно, потому что у него нет чувств. А может, потому что он только так
чувства и может проявлять. Но если вы проецируете на это свои страхи, то это может стать серьезным препятствием на пути к развитию отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!